Мы вовремя приехали во Флориду, потому что вот сейчас в Атланте, ну, это штат Джорджия, вот что происходит. Из-за снегопада люди стоят сутками, не могут проехать. Аварий очень много, вроде около 700 машин попало в аварии. Видите, пробка сумасшедшая. Все рвутся в теплые края в Майами. Короче, стихийное бедствие в Америке. Что нам очень повезло. Смотрите «Русскую Америку». Пока.